Смотрите, ребята, какое чудо мне прислали из Англии. Лавровый лист из Англии и своего сада подруга Мариана мне прислала. Такой целый пакетик был. Я его сейчас на кофемолочку. И вот так. И потом в каждое блюдо с воспоминаниями, пожеланиями счастья и здоровья Мариане. Вот мы будем класть такой лавровый лист. Я просто почему знаю, что очень многие, даже Мариана, не догадывалась смолоть лавровый лист. Потому что когда в пищу кладешь, я, например, очень уже привыкла ко всякого рода специям. Если я 1-2 листочка брошу просто в суп или в борщ или в какое-то блюдо, и я не чувствую вкуса этого лаврового листа. А тут прям целый клондайк. Можно ложить побольше, но с учетом того, что женщина не беременна. Вот. Если беременность или менструация, или кровотечение, лучше не употреблять в эти дни, в эти месяцы лавровый лист, потому что он очень-очень может вам повредить. А так, Мариана, очень тебе большая благодарность. Представляете, откуда к нам прибыл этот лавровый лист в нашу Калужскую область? Всем здоровья!